Свыше 30 малышей отравились в одном из детсадов Туркестанской области. Трое сейчас в реанимации. Вопиющий случай произошел в частном дошкольном учреждении Келесского района. Как стало известно, детям стало плохо после завтрака. У них появились такие симптомы, как тошнота, слабость, головокружение и высокая температура. Ребятишек сразу же госпитализировали, 15 оказали первую помощь и направили на амбулаторное лечение. 16 остались в больнице в инфекционном отделении. С сегодняшнего дня мы начали выписывать пациентов домой в связи со стабильным состоянием. В настоящее время в больнице в инфекционном отделении находятся трое. Состояние еще троих стабильное. Они получают лечение. Что стало причиной массового отравления, будет известно лишь после получения результатов экспертизы. По предварительной версии, малыши могли отравиться рисовой кашей, смешанной с молоком. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». А частный детсад сейчас закрыт. Пробы были взяты из пищевых продуктов и воды. У больных тоже взяты пробы. В результате предварительных исследований, возможно, рисовая каша и стала причиной отравления. Молоко и кашу мы направили на экспертизу.